Этого момента ждали многие. И вот 25 декабря, в канун Нового года, Бакайбанк объявил имена финальных победителей акции «Год подарков», а также обладателя главного приза по итогам всех этапов акции – 700 тысяч сомов. За прошедшие 3 месяца еще 10 клиентов Бакайбанка набрали наибольшее количество баллов, совершая денежные переводы во всех филиалах Бакайбанка по всей стране. Это и являлось основным условием акции. Эту акцию мы проводили совместно с нашими партнерами «Золотая корона». Акция была в поддержку наших сограждан, которые находятся сейчас за пределами Кыргызстана, которые отправляют своим родным и близким денежные переводы сюда, которые отправляют денежные переводы отсюда. Назвали акцию «Год подарков». Все проходило в 3 этапа, начиная с 1 марта и до 15 декабря. На торжественной церемонии награждения в торгово-развлекательном центре «Азия Молл» победители получили памятные призы из рук заместителя председателя правления Бакайбанка Руслана Кагирова и заместителя отдела развития банков СНГ системы «Золотая корона» денежные переводы Ильи Венгера. Кстати, 2 из 10 счастливчиков стали члены одной семьи. Самые щедрые Бакайбанки «Золотая корона» предоставила классные призы, друзья. Ну а в числе разыгрываемых призов – ноутбук, смартфон и различная бытовая техника, от стиральной машины до микроволновой печи. Для каждого участника акции «Год подарков» победа была неожиданной. Но, как отметили постоянные клиенты Бакайбанка, встречать Новый год с подарками от любимого банка гораздо приятнее. На основной рубляр я в России переводила. Я не думала, что выиграю этот приз. Ну, так получилось. Спасибо Бакайбанку, такие призы и подарки. Я не ожидал. Очень рад, что попал в число победителей. Получил микроволновую печь, делал переводы по «Золотой короне». Спасибо Бакайбанку. Всех с Новым годом. Чем больше переводов, тем больше баллов получает клиент Бакайбанка. Эти баллы суммировались. В итоге выиграл тот, кто набрал их наибольшее количество за все время проведения акции «Год подарков». Главного победителя определили в день награждения. Имя победителя гран-при – 700 тысяч сомов. Добрана! Стал счастливым обладателем 700 тысяч сомов. Участвовал в этой акции с самого первого дня и совершил наибольшее количество переводов посредством системы денежных переводов «Золотая корона». Пока еще не думаю, на что-то хорошее потратим, чтобы и клиентам хорошо было, пока и банку, и системе «Золотой короны». Участвовать в акциях. Впрочем, это еще не все сюрпризы от Бакайбанка для своих клиентов. В новом году их будет еще больше. В этом году, 28 декабря, ОАО «Бакайбанк» отмечает юбилей – 20 лет. За это время увеличилась не только его филиальная сеть, число сотрудников, но и его экономический потенциал. Бакайбанк ценит каждого клиента и делает все возможное, чтобы они чувствовали себя счастливыми. Двери Бакайбанка всегда открыты. За победителей! Ура!